26 ноября в школе номер 5 в финальном состязании сошлись школьники, в чьих жизнях баскетбол играет далеко не последнюю роль. Состоялось это мероприятие в рамках чемпионата школьной баскетбольной лиги КС «Баскет». 6 ноября по 26, вот по данное число, проходили соревнования, второй этап школьной баскетбольной лиги, в которых участвовали 17 команд юноши и 9 команд девочек. Вот. Сегодня определили сильнейшие. Вот эти сильнейшие команды, это 18-я школа юношами и 21-я школа девушками, они едут на третий этап и будут защищать честь нашего города. Уровень, скажу так, что растет, вот, и до последнего момента, вот, до сегодняшнего дня, мы не знали еще, кто будет первый, что юношами, что девочками, потому что команды, вот, финалисты, играли одинаково хорошо. Ну, я очень переживала перед каждым соревнованием, вот, перед каждой игрой, я вообще... Ой, так переживала, но теперь мы победили, так сказать, третье место, и мы очень рады и счастливы. Соперники все достойные, все сильные, но кому-то меньше везет, кому-то больше. Самое яркое впечатление – это то, что на протяжении 3 лет мы занимаемся время 4-е места, а вот тут вот, ну, так повезло, то, что третье – это не наша, ну, это не наша заслуга, это, конечно, заслуга нашего тренера. Когда нам сказали, что мы выиграли, мы даже заплакали от счастья, мы очень сильно рады, потому что мы 2 года уже проигрывали 5-й школе все время, вот, на 1-й, 2-й, и вот сейчас мы выиграли, у нас очень много эмоций, мы так счастливы. Мы поедем в Ишимбай играть с другими командами, с другими городами, да. Вот. Ну, надеемся, конечно, на победу, но там уж как будет, да, но мы будем очень стараться.